Аманат – ценная вещь, переданная на хранение другому человеку. Корень слова «аманат» – «аман», что означает «благополучный, здоровый, невредимый». Сохранить и передать вовремя доверенное считается признаком гуманности. Народ говорит, аманат хранит, что доверено тебе на хранение, следует с честью хранить. Не сохранить аманат считается большим грехом. Аманат играл огромную роль в международных отношениях. В большинстве случаев он служил на благо единства, дружбы и согласия.